Гумяне обычно стоял какой-нибудь батальон 345-го полка. Все вокруг 345-го полка вертится. Извините, не из-за того, что там у меня эти люди пришли, хотя вот у меня есть значок, тоже 345-й полк. И у меня это повесил на грудь Валера Востродин, командир 9-й роты, который я пел, да? А потом уже на выводе войск командир 345-го полка. Вот. Но Дизенгутер роковой полк с большими потерями, потому что он как бы не входил в главную в Афганистане десантную дивизию 103-ю, напомню, да? А он был ей оперативно подчинен, но все-таки как бы не свой, за него меньше ругали. То есть, если там потери в своем полку, в родном, то тебе шею намыли, тогда Паша Грачев командовал, да? Ну, Паша Грачев командовал 345-го, потом уже и дивизию. Поэтому вот... Поэтому 345-й полк бросали, ну, везде, куда угодно и куда невозможно. Поэтому я предлагаю спеть песню, посвященную 345-му полку. Можно?